полевая победа, двойная причем, два раза отыгрывались. Да, как получилось оказаться при счете 0-2 самым хладнокровным в команде? Ну, сами видели, команда и соперник очень хорошую игру сегодня показал. Использовали все свои как полумоменты, можно так сказать. Забили два гола, с 2-0 отыгрывались, потом и третий пропустили. Ну, спасибо большое болельщикам в первую очередь. Чувствовалась их поддержка. И благодаря им, наверное, мы сегодня смогли переломить счет и выиграть команду. Ну, как-то ты скромно обошел свое участие. Погола. Ну, сделал дубль, да. Много радости. Но самое главное, что команда выиграла и заработала драгоценные три очка. Потому что это дорогого стоит, такие победы, когда совершаются такие камбэки. Самое главное – победа.